Дорогие коллеги, наша конференция задумывалась как продолжение Всемирной конференции ЮНЕСКО по воспитанию и образованию детей младшего возраста, которая прошла в Москве в 2010 году. Сегодня мы можем говорить о том, что задуманное удалось реализовать. В стенах Московского университета ежегодно проходит форум ведущих специалистов со всех континентов, ведь вопрос воспитания детей нет равнодушных. В этом году конференция представлена Генеральные гиды ЮНЕСКО, что подчеркивает важность обсуждаемых проблем. В конференции принимают участие уважаемые международные организации, Международный психологический союз под эгидой ЮНЕСКО, Всемирная организация по дошкольному воспитанию под эгидой ЮНЕСКО, Европейская ассоциация изучения образования в раннем детстве ЕИСРА, Европейская ассоциация исследователей образования ЕИСРА. Современное образование детей младшего возраста продолжает развиваться во всем мире. Происходит понимание сложности этого процесса. Все более отчетливо становятся видны фундаментальные проблемы дошкольного воспитания. Среди них такие, как подготовка специалистов в области образования детей младшего возраста, оценка качества дошкольного образования, отношение взрослого и ребенка в образовательном процессе, миссии, которые так или иначе будут возложены на детей относительно будущего устройства нашей планеты. Роль ребенка в образовательном процессе, вовлечение семьи ребенка в образование и многие другие вопросы, частично уже здесь обсуждавшиеся. Представляется чрезвычайно важным понять, как должно сочетаться прошлое и будущее наших детей. Здесь мы сталкиваемся не только с вопросом педагогики и психологии, но и со смысловыми и экзистенциальными проблемами. То, как мы их будем рассматривать, насколько продуктивно сумеем их поставить, будет иметь последствия не только для образование дошкольное, но также и вообще для жизни всего человечества. Мы очень рады тому обстоятельству, что одна из значимых конференций по воспитанию и образованию детей проходит в нашей стране. Как уже говорилось, в становлении системы дошкольного образования в нашей стране принимали участие выдающиеся мыслители, многие из них работали здесь, в университете. Это и Выгодский, и Леонтьев, Лурия, Запорожец, Ильхонин, извините, Безымянный. И многие другие выдающиеся специалисты. Их идеи не теряют своей актуальности, они приобретают новые современные контексты. Нам важно отчетливо представлять уровень современной проблематики детства, полученной в результате итерации культурного наследия, оставленного выдающимися исследователями. Мы благодарим всех зарубежных отечественных специалистов, нашедших в себе силы и возможности принять участие в 7-й международной конференции по воспитанию и обучению детей младшего возраста, проводимой под эгидой ЮНЕСКО. Я желаю всем успеха. Спасибо.